понеслась. Да? Все, играем? Я видел, он побежал на чердак. Странные потрясывания головой меня уже смущают. Лишь бы никто не выпрыгнул из... откуда-нибудь. Я не знаю, откуда тут здесь можно выпрыгивать. Здесь бег есть вообще. Привет, Солдес. Привет. Да, ребятушки, привет и всем. Что это? Что это? Судя по всему, шкатулка. Ты как думаешь? Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, милашка. Так. Ох, не нравится мне, когда мышка вот так вылазит не туда, куда ей надо. Открыть? Да. Потоп был вот такой вот. Вообще, я помылся просто прямо в комнате. Забыл шампуньку только достать. Нет, не открыть. Открыть. Ну, конечно, открыть! Руна Сада Феи. С помощью волшебных рун ты сможешь попасть в различные места, не теряя времени. Для этого открой... Открой меню рун и выбери руну необходимого места. Окей, а как игровое меню руны доступно? Сохраним игру. Воу. И подождите, а как ее открою? Во, Enter. Сад Феи, хорошо, у нас нет других рун. Эка ее заколбасила. Ой, что это было? Где это я оказалась? Надеюсь, мне пока маленькие зеленые человечки не мерещатся. Да, ребята. Никогда не ставьте российскую локализацию игр. Российскую. Да, забыл шампунь, был в одежде. О, маленький зеленый человечек. Кажется, вон один из них. Hello, my name's Solomon. What? Да, имя святого друида. Да, кадец. Моя миссия выполнена, я почти перестал надеяться, люди такие недалекие во всем, что касается магии. Ты единственная, кто может использовать руну. Я наблюдаю за вами, человекообразными целую вечность, ожидая героиню из предсказания. Только она может пройти через древний портал. Подожди, подожди. Нет. Это Занзара! Занзар! И так написано, и теперь ты здесь. Я действительно это сделал. Я гоблин Рафи Гени. Да. Как-то так. Когда-то в Занзаре был настоящий мир. Мир между гоблинами Великого Болота, эльфами в лесах и гномами в их горных пещерах. Белый друид, наш страж, следил за этим. Но теперь беды приходят одна за другой. Феи когда-то были опорой магии в Занзара, но теперь они одичали и вместо помощи нападают на нас. Наши дороги завалены огромными валунами, или заросли терновыми куст... заросли терновыми кустами, простите меня. Жизнь стала тяжелой, и дела все ухудшаются. Темные эльфы покинули свои темные дома и сеют хаос в Занзаре. Никто не может пройти с вами... противостоять им без помощи феи, но теперь ты здесь. И у нас еще одна надежда. Ты поможешь нам, не так ли? Да. Конечно, так было написано, я знаю. Никто не сможет остановить настоящего героина. Героиню. Существует древнее предсказание героя или героя... Древнее предсказание о героине. О боже. И ты выполнишь его. Никто не знает всего предсказания, даже белый друид из царства облаков. И хотя никто не знает всех тайн Занзара, тебе везде помогу. Я всегда готов дать тебе совет. Советы тоже много знают о тайнах Занзара. Совы, совы. Я сомневаюсь, что он типа будет сам. Совы тоже могут
много знаю о тайнах Занзары. Кто знает, может, ты найдешь древние писания. Настоящая героиня всегда найдет свой путь, не так ли? Тебе понадобится эта эльфийская сумка. Если ты собираешься участвовать в поединках фей, ты должна знать, как участвовать в этих поединках. Только настоящая повелительница фей сможет одержать победу. Там дальше есть деревня эльфов. М2, и ты сможешь там узнать много о феях. Не подходи ко мне! Так близко. Эльфийская сумка! Это очень полезное изобретение, позволяющее хранить бесконечное количество предметов, не обращая внимания на их вес и размер. Четвертый был бы к месту. Но сейчас не об этом. Сейчас мы оближем пачки. Да. Конец. Всё, мы выиграли. О! Предметы, да, подождите, что? Что за предметы? Как? У меня есть сумка. Этот предмет не может быть использован. Ну, окей, я понял. Все, отстаньте. Надо сохраниться. Волшебная сумка. Поговори со мной, зеленый человек. Вот это физика! Смотрите, кусты двигаются. Ну куда ты пошел? Хвала друиду, так приятно тебя видеть, Эмми. Перед тем, как отправиться странствовать под Занзарой, тебе нужна собственная фея. Это единственное, что может защитить тебя от диких фей, живущих на деревьях, среди камней и в реке. Да, тебе лучше пойти в Эндевон. Ага, понятно. Он нас уже послал. Книга! Книга. Хочешь прочитать эту книгу? Да. Давным-давно существовал тайный мир. Мир, который существует и по сей день. Занзара — земля магии и волшебства. Гоблины, эльфы и гномы живут здесь в мире, вдали от человеческих бед. Занзара — это их рай. Но этот рай разваливается. Волшебные силы одичали, и хаос распространяется повсеместно. Старый мир распадается. Занзара умирает. Никто не знает, почему так происходит. И последняя надежда — на кого-нибудь из человеческого мира, кто сможет все исправить. О! Это про меня! Ау, приветушки, ребятушки, еще кто вот, кто-то подошел, к нам присоединился. И мы бежим! Нет, идем. Окей. Честно говоря, вот сейчас мышка будет вылезать. Ой, вот это вообще очень неприятно, когда вылазит мышка, и я случайно жмакаю по чатику, и происходит... Ладно, потом покажу вам, что происходит. А может, вы сами заметите. Средний бальзам! Увеличивает жизненную энергию феи на 50! Перенеси флакон на фею, которую надо вылечить. Хорошо. Так, и что, куда дальше? О, большой камень! Давай! Не хочу меня двигать! Нет. О, грибочки, грибочки! А где? Дайте мне фею, я не знаю. Мне нужна фея, мне сказали, а феи нету. Где фея? Воу-воу-воу-воу-воу. Не наркомания! Нет, всё. Эндева. Деревня в саду Эль. Какое чудное место! Что это? Угу-вугу! Угу-вугу! Эй, сова! Лесной филин? Ну ты тоже будешь сова все равно. Ты так похожа на сову, что ты не филин. Я могу общаться с ним на своем. Я знаю язык филина просто. Эмми, рад тебя видеть. Привет! В общем, я да, рад тебя видеть. Мы давно ждем тебя. А филины отправились в разные места Занзары, чтобы помочь тебе в поисках. Если ты когда-нибудь нас встретишь, то немедленно задавай нам вопросы. Но помни, что никто из нас не знает все.
всей правды. Наши знания ограничены, каждый из нас знает только о той местности, в которую нас послали. А, да здорово! Скажи мне! Эмми, рад тебя видеть! Добро пожаловать в небольшую деревню Эндева. Как видишь, она населена мирными лесными эльфами, хотя в последнее время они немного взволнованы. Эндева — идеальное место для начала путешествия. Это дружелюбный лесной эльф, стоящий рядом со мной, идеально подходит для обучения неопытных фей. Ты знаешь полезные предметы в нашем магазине. Ой, ты найдешь, прости, я оговорился. Перед началом путешествия хорошенько вооружись. Мотыга! Нет. Эми, рад тебя видеть. Добро... понятно, все, я понял, все. Хорошо, спасибо. Добрый филин. Эй, маленький эльф! Хе-хей! На какой тарабарщине они разговаривают, простите. Добро пожаловать в Эндеву, деревню эльфов! Ты действительно кажется здесь странником. У тебя даже нет собственной феи, без феи ты никогда не доберешься до Тиролина, столицы Занзары. Могу тебе дать совет поговорить с повелителем феи Руфусом в таверне. Он собирает фей у себя дома. Может, он поможет тебе. Знаю я таких Руфусов. Сначала пошли ко мне домой, я дам тебе фею, а потом просыпаешься в ванне полной льда и без почек. Но сейчас не об этом. Руфус! Мы Руфус! Ты где? Руфус. Где вообще у них таверна? Не знаю, хоть бы... Так, вот, наверное. Может, это тут? О, двери открываются сами! Что за руны? Ладно. Начнем сначала. Здесь... Ага, амбары они не открывают. Ладно, пошли в таверну. Таверну так, таверну. Таверна, таверна, хе-хей, мальчики. Уе! Ну и кто из них Руфус? Не все на одно лицо. Подождите, мы должны говорить с эльфами. Эй, эльф! Эй, эльф! Мало ли чего. Они картежники, еще разденут или того хуже. Почки вырежут. Убирайся, забери монету и иди. О, мне дали монетку. Или не дали. Ты со мной будешь говорить, эльф? Еще две карты, и я победил. Эх, азартные ребята. Видимо, ты Руфус. Да, ты Руфус, но сначала подожди. Я пойду затарюсь чем-нибудь. С тобой на трезвую голову вряд ли можно будет разговаривать. Конечно, открыть, что там? Может быть... О, лекарственные травы! Используйте лекарственные травы, чтобы воскресить побежденную фею. Для этого используй предмет на собственной соответствующей фее. Фея будет благодарна. Какая прелесть. Хорошо, спасибо, я использую. Да-да-да. Добро пожаловать в мою таверну, чужестранка. До меня дошли плохие вести из столицы Тиролин. О, мне не видно третий вариант ответа. Пожалуй, его мы и ответим тогда. В таком случае. А, ау. Темные силы разбушевались. Я не знаю, что делать, но понятно. В общем, goodbye. В общем, Руфус, дай мне фею. Мне нужен... Не туда ткнул! Так, надо какой-то... Что? Вот все время вот какой-то фейл происходит. Я даже не знаю, от чего. Причем вот мне еще теперь чатик мне не видно теперь. Подождите, надо полистать. На передний план. Это на задний план. И игру туда же, пожалуй. Отлично. Что за... Как сделать, чтобы мышка не вылазила из окошка игры? Как это сделать? Я не знаю.
поэтому будем фейлиться периодически. Никто не против? Руфус. Мле, ты сумни бадиги плюе. Что за странные манеры таких, как ты? Человек, я думал, что вы все давным-давно вымерли. Я Руфус, повелитель фей. Кто ты? Ты пришла помочь нам сражаться с нашим единственным пикси? Да. Тогда тебе будет нужна собственная фея. В этом районе много диких фей. Если ты подойдешь к ним слишком близко, они нападут на тебя. Ты сможешь защищаться только с помощью собственной феи. Тебе лучше пойти ко мне домой. И там есть три феи, из которых ты можешь выбрать. Возьми одну, и тогда ты сможешь помочь нам бороться с нашествием пикси. Вот, возьми ключ, чтобы попасть ко мне домой. Ха-ха, спасибо! А, подождите. Нам дали ключ от дома Руфуса. Ключ от дома Руфуса используй, чтобы снять замок. Окей. Осталось найти сам замок. А вот тут открыто. What the hell? Дама, у вас здесь какой-то жужжала бегает. Эй, эльф! Помогите! Я ненавижу пикси! Пока эта тварь не прекратит бушевать в моем магазине, я не продам ни одного магического предмета! А, окей. Тогда я украду их. Мана! Феи теряют свою магическую энергию, если используют слишком много заклинаний. С этим снадобьем можешь не беспокоиться, что им не хватит энергии на бой. О, малый бальзам. И лечит фей. Помести флакон на фею, которая необходимо вылечить. Да-да-да. Кстати, вы заметили, что тут вот столько грибов, много всяких? А, солнышко светит прямо в глазки. Аж так. Так, что, чеснок мы не можем взять? Замок. Использовать ключ. Я не хотел использовать, а вдруг я мог... Ну, ладно. Ну, хорошо. Так, и вот у нас на выбор какие-то штуки. Да, это... Я помню, я играл в эту игру. Это каменная фея. Там вот водянистая и фея природы. Руна возврата! У этой руны особая магия. Она возвращает своего обладателя к месту рождения. Грибочки, 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 цветочки, везде, везде, везде. Что за руна, подождите? Руна возврата. Лондон. Alrighty then. Сохраняемся здесь. Обыскиваем дом Руфуса. Не знаю, да, открываем шкатулку. А-а-а, съедим бальзам! Х2! Увеличивает жизненную энергию феи на 50. Перенеси флакон на фею, которую надо вылечить. Такого у меня уже есть. Так, значит, водяная, зеленая и коричневая. Я хочу зеленую. Я ослеп, но сейчас не об этом. Так, ладно, берем зеленую. Феи природы часто можно найти в этих областях. Их сила сбалансирована, они проворны и способны к сильному волшебству. Феи природы хорошо подготовят к тебе к дальнейшим сражениям. Да, возьми. О! Силия. Такие природные феи, как Силия, берут энергию от окружающих их живых существ. Эти существа ненавидят замкнутые пространства, поэтому их можно найти на улице, под деревьями, в кустах или
подлеске. Я хочу тебя. Опять это произошло, это случилось, я не понимаю, какая неведомая сила делает это. А. Так, я тут хоть все собрал? Нет, не все. Нет, не все, мне нужно то зелье, которое я взял, да. Ребят, действительно, кому не сложно, поищите, пожалуйста, ну, чтобы вот мышка за экран не вылазила, я не знаю, или программку какую-нибудь, или еще что-то подобное. У меня есть какая-то программка, но я сомневаюсь, что она поможет. Вы хотите взять себе эту фею? Вы уверены, что именно эту, а не одну из двух других? Руфус разрешил вам взять одну только из трех. Конец, давай. Будем сражаться с синей феей. У тебя уже есть фея. Жадина, говядина тогда. Пошли отсюда. Не нравится мне здесь. Так, и теперь мне, наверное, нужно вернуться к Филину и попросить у него совета. Или нет? Тут вот курочки есть. Можно гонять курочек! А-а-а, я люблю эту игру! Я обожаю просто. Эй, курица! Курица, беги от меня быстрее! Ладно. Ну давай. Помоги, великан. Занзаре наступили смутные времена. Сначала появляются эти маленькие страшные эльфи, а теперь великаны вторгаются в нашу деревню. Эти дурные пикси украли мой драгоценный серебряный шар. Теперь я больше не могу ловить фей. Думаю, что пикси спрятали ее где-то в деревне, если бы я только знал где. Но, блин, но я тоже не знаю, где твой шар. Чувак, не, это что за намеки вообще? Это... Я нашел твой шар, вот он. О, покебол! Серебряный шар. Используй этот магический шар, чтобы ловить неопытных фей. До 20 уровня. Прирученные феи теряют большое количество опыта. Перед тем, как их использовать в сражении, потренируй их. Оу, ей. I can do this. Этим мы сейчас и займемся. Ладно, вот твой шар. Опять ты! Точнее, не так. О, Пэлк, ты! Если ты хочешь нам помочь, достань мешок для пикси. Ага, мешок для пикси. Я думал, шар. Ну, ладно. Тут где-то вот тетенька страдала от пикси, надо напасть на него. Эй, ты! И как тебя? Так, что опять мышка вылезла. Ну и как мне, как, что я, как его поймаю? Тетенька, как я его поймаю? О, вон у тебя еще сундук стоит, пока ты там, окей. А, я не могу его обыскать. О, черепок. Бедный Йорик. Но не совсем. Так, я не могу залезть. Так, слушайте, действительно, попа и маячит. В углу экрана попа. Бесстыдница. Бесстыдница. Окей, пойдем дальше. Так, что-то там... Ладно, пока мы сходим вот к этому, вот сюда, опять в таверну, скажем Руфусу, что мы украли у него, взяли у него фею, вот такую же, как у него, зеленую. Разве ты не Эмми, девушка из мира людей? Я уже подарил тебе одну фею, больше ничего не могу для тебя сделать. Иди и помоги Люциусу, хранителю пикси, охотиться. Ладно. А тут, всего три доступно клавиши, которыми можно что-то делать. О, мы не украли у них сундук! Да. Лекарственные травы! Ну да ладно. Лекарственные травы.
Я не знаю, где твой шар, чувак. Я не буду его искать. Ладно, посмотрю за домом. Ты не против? Нет, здесь нет. И здесь тоже нет. Чувак, я не знаю, где они. Я понятия не имею. Хватит открывать передо мной двери. Я просто мимо пробегаю. Почему они открываются? Что за странная деревня? О, Люциус. Ладно, Люциус, давай попозже поговорим. Я шар ищу. Это совпадение, ребята, это совпадение. Так, ну как не может быть использован? Я хочу отдать его тому пареньку. Он сказал ему шар нужен. Две штуки отдам ему, что страшно. Ладно. Значит, его шар где-то в другом месте. Эй, филин! Лесной филин. Эми, рад тебя видеть. Добро пожаловать. Ну, опять ты. То же самое будешь мне говорить? Ну, ладно, давай тренироваться, ты. Эй, как тебя? Эй. Бонжур, сик, дивы лауи. Добро пожаловать в эндеву, деревню эльфов. Хочешь потренироваться, ловля диких фей? Хочешь потренироваться? У меня фея улетела. Так, стоп. Блин, опять у меня вот мышка вылазит. Ребята, помогите мне! Помогите! Не буду я кидать филина в реку. Так что ты. О боже. Она со всех сторон какая-то. Привет, геморрол! Или и краткое на конце. Я так до сих пор не разобрался. Мне нужна программулина. Так, ладно, вроде... Что-нибудь сейчас, если бой не получится... О, вроде прицел. Я забыл, как... Так, это стрельба. Ага. О, господи. Что вообще происходит? Почему я в текстуре застрял? Отлично! Ну и вот опять она все свернулась. Такая-то печаль, а мы только начали играть.